на нашей стороне. Люди взяли меня в плен и перепрограммировали. Первоначально я создан для завершения убийств. Часики не то, тик-так, тик-так. Сегодня или завтра кто-то отправится в ад. Интересно, да, когда произойдет? Сегодня или завтра кто-то из нас умрет. Чья-то ночь, последняя в постели. Как меня прут эти колыбели на асфальте под простыней белой от рук маньяка. Оу, это вообще тема. А ты как хочешь ласты склеить, оригинально или как все тупо слечь и стечь водой, что называют кровью, и на стене оставить надпись I love you. Тик-так, 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 тик-так. Типа уйдешь, а взамен ее страдания. Ты ошибаешься, ее уже долбят в анал. А я всегда мечтал подохнуть как-то клево, а не как все мрут. А по-особому, без парашюта, допустим, с улыбкой вниз. И обломать кому-то все на карниз. Прикинь, женушку там пялит муж, и тут за окном жмур. Засада, такое редко видишь. А так наводить на город кипиш. Или как раньше, палачи рубили бошки. Кстати, вариант тоже. Меня как-то не по-детски. Это меня как-то не по-детски. Это просто что делает с людьми Поника. Дайте мне сегу Соника. Когда отпустит, приму еще. С наркозом 100% будет горячо. А че? Это просто что делает с людьми Японика. Дайте мне сегу в Соника. Когда отпустит, приму еще. С наркозом 100% будет горячо. Так. Тинк. Тинк. Будет горячо. Тинк. 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 Так. Будет горячо. Так. Тик. Ты ликвидирована.